Ты тот, кто собрал 7 шаров дракона. Загадывай все, что хочешь. Я могу исполнить любое желание. Только скажи. Привет, Шенрон. Давно не виделись. В последнее время стало немного тихо, полная скука. И Вегетта не хочет тренироваться со мной. А мне это нужно, и я бы хотел сразиться с самым могущественным человеком на этой планете. Сможешь ли ты это сделать для меня? Ваше желание будет исполнено. Прощайте. Да? Вы из ассоциации? Герой С-класса Сайтама. Вы нам нужны для устранения божественной угрозы. Вы говорите, что я ближе всех? Что за угроза? Мы обнаружили потенциально опасный уровень энергии. Отправляйтесь туда и нейтрализуйте его. Это правда? Я сразу перейду в С-класс? Понял. Я собираюсь туда прямо сейчас. Я с нетерпением жду своего будущего противника. Интересно, как он выглядит? О, он уже пришел. Предчувствую, что будет весело. А где угроза божественного уровня? Здесь ничего нет. Они что, шутят надо мной? Спасибо, что пришли. Я искал себе сильного противника, чтобы скоротать время. О чем он болтает? Давай сразимся, не сдерживая свою силу! Этот парень, может это он? В таком случае я быстро перейду в С-класс. Я чувствую в нем огромную силу. Мне лучше быть начеку. Это будет потрясающий бой! Какая сила! Я еще никогда не получал такого сильного удара, как этот! Невероятно! Мой удар! Ничего ему не сделал! Действительно ли он человек? Yeah.
И это был божественный уровень? Это еще не конец! А? Он снова изменил цвет волос? Я и не думал, что буду использовать Супер Сайан Блю против обычного человека. Погнали! О, он уже не тот, что раньше. Наконец-то я нашел достойного соперника. Каждая клетка моего тела взволнована. О, так быстро? Я даже не заметил, как он подошел. Что за невероятная сила! Следует. Давайте поблагодарим автора анимации Etolic One Animation. Ссылка на оригинальное видео будет в описании. Что я могу сказать о анимации? Ну, в общем и целом, она мне очень понравилась. Рисовка и сама анимация битвы на высоте. А что насчет сюжета? Я думаю, тут можно дополнить для тех, кто не понял, зачем Сайтами S-класс и какого черта героя C-класса решили отправить за божественной угрозой. Давайте вспомним, что Сайтама хотел попасть в S-класс, так как его ученик Генос уже там. Что насчет его силы, то геройская ассоциация уже знала об этом. И раз уж не было свободных героев S-класса, они решили отправить его и заодно еще раз убедиться в его силе. В общем, как-то так. Конечно, я бы добавил еще диалогов и совсем по-другому, но в целом все очень круто сделано. Респект автору. И вам, друзья, огромное спасибо за внимание. Всем пока.